приветище, ёгарный! Новый год на носу! Все это капец, подарки, там суета суетная, новогодние шарики в глазах закатываются, это просто капец. Короче, всех поздравляю с Новым годом. Этот выпуск «Соседа» не такой, как предыдущий, он был сляпан на скорую руку, поэтому можете меня ругать в комментариях и пинать. Ну а мы, собственно, начинаем. Ну что, все готовы? Да! Снег готов? Конечно, готов! Ну, тогда запускай шарманку и погнали! Ну чё, кот, ты просрался? Да. Походу, он не просрался, он блеванул. Ладно, раз такие дела, дам я тебе ещё один китикет. Имбирь. У меня для тебя имбирная рыбочка. Гони кнопку. Красава. Наконец-то. Ой, простите, мне нужно идти чинить кассовый аппарат. Шустрый усач. Могу дать вам ещё одну попыточку. Уродец небритый. Ослиный хвост под носом. Ну все, мне пора печь пироги. Ну пока, моя сладенькая. Ах ты, мочалка козья. Столбик, это единичка. Наверху уселась птичка. Здесь точно какая-то дичь с часами. Я вот прям чувствую своей пятой точкой, как там все чешется. Прям вот тут не могу, может помыться надо, не знаю. Так. Как бы... Я понял. А, черт! Нас, кажется, спалили. Нет, не спалили. Мяу! Кошечка притвориться не получилось. Прощайте, барабан. Десять тридцать пять. Ну что это может быть-то вообще? Ножницы. А что здесь ножницы лежат? У меня тоже есть ножницы, если что. Может быть, сердце? Сердце мое пронзило топышечка. Оу, а вот и разгадочка. И здесь 35 поставим. Готово. Ну вот, походу, там сейчас жопу надерут, надо валить. Ну что ты смотришь на меня, как маньяк? Мне страшно даже становится. Чтоб семерку написать, уголок рисую 5. Все зашлось. Теперь вводим цифры самого жирного круассана. Я чувствую, что на меня кто-то смотрит. Я себе котлеты скоро сделаю. Может быть, конфетку, она послаще будет. Ну ты не обижайся, моя пушечка. Я же просто детектив, веду расследование. Ну давай мириться, давай жить дружно, а? Ты будешь печь мне круассаны, а я буду есть их своими усами. И заболтаю красивыми стихами. Но все будет у нас чики-пухи. Мне всего лишь навсего нужен... Ключик. Ты ж не сердишься, да? Не сердишься. Я вот этот ключик возьму. Что это было? Что это за слюнтявые я всякие тут гадости наговорил? Фу-фу-фу-фу-фу. Я словно проснулся, когда взял этот ключ. Странная какая-то магия. Это все дьяволица. Даже перевернутые 1035, это все магия. Это пысоська хотела меня приволозить своими пирогами. Так, стоп, а что, уже осень, что ли? А что с небом происходит? Что оно моргает? Я что, в матрице, что ли? Поговаривают, что вороны указывают путь. Ну, сейчас мы и посмотрим, какой они путь показывают. И снова этот стрёмный музей, где бродит сосед и что-то там ищет. Ну что? Кто ж его знает? Пришло время раскрыть его смертельную тайну. Но сперва мы попытаемся подглядеть за ним. Собственно, ни черта интересного. Поэтому будем проникать внутрь. Через парадную дверь это не по-нашенски. Мы, конечно, можем ее открыть, но это будет слишком скучно. Поэтому надо тут все обшмонать, обсмотреть, обнюхать своим здоровым носом и большими усами. И потом только лезть. Здесь сейф, здесь музей, здесь карта, на которую ставится миниатюрный музей. Причем он ставится куда угодно. Ну давай мы будем сочетать цвета, красный с красным. Здесь дом соседа, где стоит полицейская машина. А там, походу, дом через реку.
Я все проверил, обходных путей нет. Идем на пролом. Если что, у меня есть ножницы. Не подходи ко мне, иначе я обрежу твои усы. Я пошутил. Я же тоже усач, ну что ты? Ку-ку. Кажется, никого. Давно хотел полетать на воронах, но мне удосужилось полетать... Недолго полетать на чучеле вороньем. Чё-то сосед огорчун капец как, не может найти то, что ему нужно. А я уже нашел. Мне нужен домик. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, нет. Сосед, не пугай меня, ты как манекен выглядишь. Моргни. Чучело. О, живой. На обзывательство реагирует, значит, все пучком. Последний домик, я его нашел, он здесь. Кажется, я раскрою Нет, не раскрою, если меня поймают, то это будет абзац. Надо задержать дыхание, не дышать. Сработало. Почему вы все используете один жест? Что полицейский, что пышечка, что сосед? Ладно, этим я займусь позже. Сейчас мне нужно загадку-разгадку отгадать. Что это за звук смс-ки телефоны? Ключ. Похоже он от этой... Да! О, паутина. Обожаю резать паутину. Зачем мне плафон? Люстра. Плафон, люстра одно и то же, ладно. Тут все вверх тормашками, вверх ногами. Но, в принципе, это музей. Развлекало все дела, короче. Тут все нормально. Картина с кланом Ворона. А вот куда люстра втыкается. И тут должен быть тайник. Стопудово, просто вот я чувствую своим усатым носом. Где-то должен быть тайник. Прорезать картину ножницами никак. Если сбоку посмотреть, то видно дверной проем. Ха! Хо! Айда, детектив, а, красавчик. Что это за место? Здесь поклонялись ворону, что ли? О, ключик. Розовый ключик. Закрыто. Розовый ворон. И радуга приведет меня в страну чудес. Главное, в страну мертвец не попасть. Ладно, походу надо отсюда выбираться, а то жареным уже попахивает. Ее здоровенько. Че, ты меня даже не запалил, что ли? Подожди секундочку, минуточку. Ты че, дверь держишь, что ли? Ничего себе, меня как отталкивает. Панчи, меня дверью защемило, похоже. А ключ, слава богу, у меня. Слава богу, розовый ключ у меня. Как можно представить, что сосед и розовый... Возможно, это ключ его дочери, потому что он окрашен в розовый цвет. По-другому быть не может. Это мое журналистско-детективное мнение. Так, сосед ушел. Я могу сюда пробраться. Отлично. Где ж ты бродишь? Усачок? Вот этот ломик достаю. А, чтоб сосед оттуда не вышел. Вот отлично. Где-то здесь камера должна моя валяться. В прошлый раз я ее здесь выкинул. Ой. Это плохо, это я нашумел. Он, походу, сейчас войдет. Нет, не надо, не входи. Черт, он вошел. Блинский. Давай-ка тихонечко здесь прокрадемся и вот эту дверку откроем. Это проход. То, что нужно. Дверь закроем, идем дальше. Ух ты, для моей маленькой макушечки этот проходик чисто для гнома. Он зашел? Нет, вон, я его вижу руку. Я захожу сюда. Но он не знает, что я здесь. Я как маленький пёсель забился в маленькую будочку. А я снова сюда, пока он там наверху. И мы проберемся в гараж. Тут скрипучий пол. Он такие подставы мутит. Оторвали досочку. Ух ты ж. Нет, ты ничего, не пройдешь. Дверь закрой. Вокруг бегаем авто, вокруг авто. Мое спасение, авто. Он встал. Он просто стоит, тупит. Момент настал, в будочку забегаем. Ух, это было жарко. Вот эту вот штуку, как нам это открыть? Нужно открутить. Нужен ключ. Он по-любому где-то здесь. Я уверен, что этот ключ где-то здесь. Вот эта тачка. Сесть бы внутрь. Но здесь нет ручки. Где-нибудь есть тут ручечка? А, вот, кстати, ручка. Вставляем тебя сюда. Открываем автомобиль.
Заходим сюда, закрываем. Открывай гараж и поехали отсюда. Отличная прятка, между прочим. Я тебе вот что хочу сказать. Ручник можно дернуть. Или это был не ручник, а я открыл багажник. Но это же ручник. Реально багажник открылся. Башка кабана. Прикольно было бы одеть эту бошку себе на голову и напугать соседа. Тихо. Кажется, сосед идет. Кажется, вон он пришел, Куда он пошел? Он там, он стоит и смотрит. Если что, я с башкой кабана. Как выпрыгну на него? Он взял мою краску, которую я швырял. Зачем ты это делаешь? А, он хочет ее поставить обратно. Я воспользуюсь моментом и залезу в тачку. Он же меня не палит, да? И башка кабана такая. Дружок, дай 3 копейки на бенз. Но нас он не услышал, потому что по кабане он не умеет базарить. Ладно, выходим. Блин, гаечный ключ я тут так и не нашел. Это прискорбно. Воспользуюсь камерой своего дрончика, чтобы найти кабана. Где у нас кабанчик тусит? А вот, собственно, на втором этаже. Отлично. Мне еще нужна башка рыбы и башка медведя. Кабан, дружище мой, пошли. Пошли. Я вот так вот запрыгну сейчас сюда, чтобы быть тихоней. О, здесь тоже ловушечка, смотри. Здесь тоже ловушечка, но мы ее преодолели. Бежим. Втыкаем. Отлично. Что здесь за дверь? О, как раз нужная нам дверька. Розовый замочек для розовенького ключика. Я внутри, и мы здесь видим картину соседа. Я вижу кнопку. Вот кнопка есть. Она отодвигает вот эту штуку, видимо. Нет, не отодвигает. Весь прикол в том, что здесь прят... А, подожди-ка. Секундочку, минуточку. Привет. Поймал меня, нифига себе, прям на лету. О, башка рыбы. Пригодится. Давай вот эту штуку мы закроем. Это будет наша пряталка. О-о-о-о. Разработчики, ну вы чё, ну ты посмотри. Ну как это вот так вот, это что такое? Картина проезжает через дверной проем. О-о-о, так некрасиво делать. Рыбёха, держи свою бошку. Все, сосед, давай прощай, ты не успел. Я пошел подрыхну. Что там у нас на часах? 4 утра, о-о-о. Все, давай, прощай. 4 утра, я к тебе завтра зайду. На самом деле я пришел за Гирей. Она мне поможет. Ну что ж, посмотрим, что там за шпинчики-винтики скрывает эта кнопочка. Вот оно что. И куда ж мне тебя воткнуть? Так, я еще хочу вот это разбить. Картина. Еще 2 снимка. Кричите, сыр. Ой-ой-ой, погода портится. Ну, давайте последний снимок. Помоги мне. Какого чел-то? Что происходит? Не понял. Отпусти ребенка. Отпусти ребенка. Пацан, отпусти его. Чертов ураган. Я позвоню в полицию. Я вызвал полицию.